Друзья, всем привет! Сегодня у меня простенькое видео. Это такой легкий перекус. Ну, как легкий. По калориям, может быть, и не совсем легкий. Но можно иногда вот так завернуть по-быстрому и приготовить. Дети особенно это любят. Такую вот еду. Вот, сегодня выходной, воскресенье. И решила сыну сделать немножко. Значит, лавашек. Сыр для пиццы, моцарелла. И колбаска вот такая вот, как краковская. Ой, как это по-другому называется, забыла. Ну ладно, неважно. В общем, колбаску любую. Ну и майонез понадобится. Значит, лаваш разворачиваем. Делаем румяной стороной в середину. Намазываем чуть-чуть майонезом. Ну как чуть-чуть, можно кисточкой нанести просто вот так, чтобы не было совсем уж сухо. Вот. Так, ну сейчас размажу уже. Так, пожалуй, повернем. И по чуть-чуть натираем сыр и колбаску. Вот у меня два лавашка, я на два лаваша, пожалуй, это и поделю. Это типа таких получится и не шаурма, и не пирожки, а что-то среднее такое между этим. Но иногда можно позволить себе. Кто-то скажет, может быть, что это вредно, что это жирно. Да? Так, сковородка у меня уже нагревается. Так, и колбасу тоже так же. Натираем на терке. Получается меленько. Можно сюда добавить зелени немножко. Ну, зелень, лук, например, он не любит, поэтому уже просто колбаса и сыр. Все, можно сказать, что все. Равномерно еще нужно распределить. Так, секунду. Так, все, натерла. Ну и теперь сворачиваем рулетик. Тоненький и вкусненький. Вот так прижимаем, прижимаем и закручиваем. Вот так. Так, а теперь на доске, так, это майонез. А теперь на доске нарезаем. Вот на такие небольшие, сразу порционные такие кусочки. Нарежем и поджарим на сковородке. Так же, как мы делаем это с шаурмой. Сковородка уже разогрелась. Вот такие вот получаются кусочки. А теперь укладываю на сковородку. Вот смотрите, чуть-чуть налила масло и укладываем. Сковородка уже разогрелась у меня. Все. Сейчас поджарим с обеих сторон. И будет такая фастфудовская еда. Но почему-то вот именно ее любят дети. Вот почему бы суп не поесть? Я говорю, ну поешь. Супчик какой-то. Но всегда вот готовлю, чтобы... Даже поговорка такая есть. Я говорю, один раз в сутки супчик должен быть в желудке. Но нет, тщетно. Вот что-то такое хочется. Вот шаурму, пиццу. Ну, надеюсь, это со временем пройдет. Все такие пристрастия. Так, теперь второй сделаю так же. Вот и все. Смотрите, за несколько минут вот такая горка вкусняшек. Еще у меня был третий лаваш. Я боялась просто, что у меня не хватит ни сыра, ни колбаски, потому что колбасы совсем было чуть-чуть. А сыр-то был вполне так себе. На два натерла, смотрю, так у меня и сырок остался, и колбаска. В общем, я извернула третий лаваш. Вот, это с трех лавашиков. Все, вот такая вот вкусняшка. Смотрите. Со всех сторон обжарены. Вот так вот они смотрятся сбоку. Хрустят. И очень вкусно. Тоже, опять же, вкус пиццы, да? Сыр, колбаска и хлебный вкус лаваша. Ну все, на этом. Вот так быстренько завернули и пожарили. Легкий перекус. А детям очень понравится. Все на этом. С вами была Наталья. Всего вам самого доброго желаю. Всем пока.